Так, ребята, всем привет. И, кстати, у нас есть событие в нашей рубрике 2600. Это одними сплошными камбэками. Да, играют только камбэки, на этом нике мы набили рейтинг 2600. Но Кирилл делает все, чтобы мы на этой отметке долго не задержались. Ну, мы в любом случае мы недолго не задержимся. Почему? Мне кажется, камбэков не было ничьих. Да, пожалуй. Что ты делаешь? Вообще, где камбэк? Что ты делаешь? Сейчас, подожди. Ладно, стоп. Пойди, что я не знаю. Стоп. Сейчас убью. Ну, пока не страшно. Ох, тоненько, кстати. Линия. Если он сейчас возьмет на F3, то камбэк отменяется. 3-6 хороший ход. Если он сейчас возьмет на F3, мы проиграем, имею в виду. То есть эта позиция будет неспасаемой. Ну, нужно как-то защитить, Погоди, дай чуть подумать. Он же читает, да, слава. Да же, погоди, все. Да, достал. Я свой план должен провести. Ну, это тупо. Сейчас будет интерес. Дима Дроздов, но камбэка-то нет, иначе. Да, сейчас будет и камбэк, и будет интерес. Нет, провести матовую атаку, пожертвовать полкомплекта, это не камбэк. Вот, все, мой ход, дай ход. Да погоди ты. Сейчас может быть красиво. Но, наверное, не будет все-таки. Зачем ладья Е1? Ладья А на Е1. Ну, расскажи зрителям ту идею, которую ты увидел. Эту идею, не знаю. Хорошо рассказал. Надо брать. Потом B5, по D7 такая идея. Ладья, ну план-то надо провести. Зачем? Вот ты мне объясни, зачем ладья А на Е1? Смотрится, ну дай проведу. Хуже не будет. Будет, просто после конь D4 будет хуже, поверь мне. Ну все, сейчас можно? Посмотрим. Приходи на меня. Смотри, как смотрит. А, F1? Да. Так ты скажи, нормально, ты говоришь Е1. Ну смотри, как смотрит. Да, это интересно, ну то есть. Почему ты не мог сказать это четко? Все, теперь дай мне мышку. Ты выполнил свою миссию в этой партии. Нет, просто еще есть план. У меня тоже есть план. Какой? Какой? Как вообще целый? Кем бьем? Мат в один ход или не мат в один ход? По-другому спрошу. Надо было ладья H2. Да, 3, король G2. Ладья не потеряет? Интересно. Давай, играем. G6? G6 взяли. Ну вот он хочет этим заняться. Наш слот как-то должен выставить, как ты считаешь? Может, H4? Коня возьмут. Так, как бы перестроиться-то. Ладно. Да, H3 просто. Нормально, кстати, все. Сейчас F4, может, вторая пешка придет, будет смешно. Можно, чтобы наш слон выстрелил. Если наш слон не выстрелит, то... Партия не удастся, да? Да, извините, мы в зените. Ну, мы можем все поменять. Это какой-нибудь большой слон F7. Слон F7 это не победа. Ну, участие. Конь F4 я зевнул. Ну, ничего. B5 безнадежно. Так тоже безнадежно. Ну H5 надо тогда. Конечно, H4 сюда. Мы немножко его ладью тоже подзаморовали. У нас все заморовано. У него только одна ладья. Не, ну шансы есть определенные. Куда он это повел? Тоже хочет заморовать. Конь D6, я понял, выйди. Так, ты зевнул это? А, красавчик. Не знаю, конь D3 есть ход. Почему бы это его не взять?
Шах, отлади. Красивая геометрия, да? Ну, симпатично смотрится. Вроде мы все-таки съедим этого коня. Съедим коня и Нет, он, видишь, он хочет размуровать. Разбуровать — хорошее слово. Да. Буду его почаще использовать. Стоп, нужно. А стоп, да, ладья. Флаг падает. Флаг падает. Тут ну, уже, да, не, промежуток. тут уже не, до, не до трюков. Нельзя, мат нет, наверное. Солнце не включается, борьба. Да все без слона замут. Пешка. Без слона не заматываешь. Да, пожалуйста. Так, D5, наверное, да, пойдет? Не, наверное, это он зря допустил. Ну, D5, он же 6, я имел в виду, потом упадет как-то. Не успеет. Тоже флаг, флаг. Ну, ничего не успеет. Да, всем спасибо за внимание, так вот мы отметили. Ну, отметили довольно слабенько, но факт налицо. У нас 2600. 27 век нашего рейтинга. Да. Спасибо за внимание. Всем спасибо.